Благодарю, спасибо большое за хорошие теплые слова. Я Скорняков Александр, мне 68, полковник в отставке. Что мне понравилось в Суперджамп, это первая сверхидея, суперидея. Идея спасения человечества от самоуничтожения и спасти экологию планеты. На самом деле мы видим, что планета уже на грани. Надо что-то делать. А кто это сделает, если не мы? И чем больше нас будет, тем быстрее это произойдет. И вот эта сверхидея мне очень понравилась. И еще мне откликается идея следующая. Здесь классная команда. Это вот как в спорте, Владимир Викторович говорит все время, спорт, спорт, сравнение делает. А в спорте две команды на поле, когда групповые виды спорта. И они соревнуются друг с другом, кто-то кого-то должен победить. А ведь еще и есть команда зрителей, одна и вторая, и они тоже соревнуются. У кого кричалки громче, фаны, у кого фанов больше и так далее, и так далее. А у нас одна команда, потому что у нас одна цель, одна дорога, и мы вместе это все сделаем. И вот тот человек, который сидит здесь и думает, а как я смогу в одиночку онлайн, вот я здесь, а вы там, мы все вместе. Мы все вместе, и мы это обязательно сделаем. И еще раз здравствуйте, дорогие, великолепные, самые лучшие, самые светлые, самые уникальные люди планеты. И мы вас поздравляем с тем, что вот новеньких, конечно, тех людей, которые первый раз, может быть, здесь, с тем, что вы сюда попали, потому что так распорядилась Вселенная, так услышан был ваш запрос, и вы не просто так здесь находитесь, точно так же, как мы сюда попали, не просто так, ничего случайного в жизни не бывает. Я Людмила, мне 67 лет, и мы 46 лет вместе, и вы знаете, мы всегда все вместе делали, всегда все вместе делали, и здесь мы тоже вместе, потому что это классное дело, это супер дело, это уникальное дело, и равных этому делу нет. Нет, таких людей лучезарных, таких людей светлых, открытых и преданных вообще, ну, вообще-то преданных самому-самому лучшему в жизни, таких тоже я никогда не встречала больше. И вы знаете, вот немножко хочу сказать о себе. Я педагог-музыкант с 17-летним стажем. И затем 26 лет в одной и той же компании, номер один в мире, MLM-компания, лидер компании. И вот так вот судьба привела, понимаете, вот это все путь педагога. Я считаю педагога, потому что я педагог-музыкант, потом работа с командой в MLM, это тоже работа педагога, и здесь у нас работа взрослая педагогика. И мы, конечно, очень интересно попали сюда. Нас никто не искал. Мы, наверное, тоже так особо не искали, но просто был внутренний запрос. Запрос был такой, что вот все в жизни меняется. А я вот лично очень люблю вообще, знаете, не боюсь перемен, но никогда не пойду, куда попала. Никогда. Поэтому привержена была всегда одному делу и много лет на одном месте. И вот случайно, не случайно, зашла в Инстаграм, где не была уже очень-очень много времени, захожу туда и вижу прекрасных, изумительных, великолепных людей, которых мы знаем. Вот Олечка уже сказала, мы 20 лет назад встречались, но мы встречались просто вот, знаете, на мероприятиях, на каких-то лидерских мероприятиях. Тесно не были знакомы, но вот любовь к этим людям, она вот все время, она была в сердце, однозначно. И тогда я прочитала интеллект-тренеры. Приглашаем учеников. Но слушайте, интеллект-тренер. Интеллект – это же слово какое. Меня, конечно, это очень заинтересовало. Сразу же задала вопрос в личку, что это такое, и вышла. Просто вышла, ну, мы через VPN работаем, а в России ушла, и все. В общем, думаю, ну, зачем, может, ей не надо было писать. Вышла, и тут же они связались, понимаете? Вот как все работает, как все происходит в жизни. Они ведь могли не позвонить, они могли не увидеть это. Они мгновенно связались. И что я хочу сказать? Во-первых, огромная благодарность за то, что вы сразу связались, за то, что вы стали говорить именно те слова, которые нужно было нам услышать. Ну, во-первых, посмотрите, они же знают, что мы предприниматели. И, конечно, нужно было сказать слова о деньгах, это обязательно, потому что предприниматель – это деньги равно, да? И, конечно,
Олечка говорила, те слова нужные, что здесь очень хорошо монетизируется, что это огромный международный бизнес. Но меня больше всего захватило то, что помогая людям, мы можем только выйти на хороший доход. А я всю жизнь помогала. А Саша тоже всю жизнь помогал. То есть это наше, мы здесь должны были быть. Должны были быть. Это просто рано или поздно мы все равно бы пришли сюда, однозначно. Хорошо, что рано. И вы знаете, вот мы проводим сейчас сами суперджам, тренировки, и вот это я помню, что мне Олечка говорила, вот когда вы сами начнете проводить, вот это наслаждение вы испытаете. Это на самом деле наслаждение, это такая радость. Когда ты проходишь, ну ты сам растешь, безусловно, и каждая группа, она отличается одна от другой. Одна группа, ведь это же тоже вселенная собирает всех в одну кучку, не просто так, не просто так. Каждый приходит со своим запросом, но почему-то они все приходят с одним запросом. Приходит другая группа, другая история, другая жизнь, другие люди. И там совершенно другой запрос. И это уникально, потому что, помогая другим людям, мы так сами растем, мы так сами развиваемся. И я каждый раз благодарю каждую группу, каждого человека, каждого ученика, потому что они дают силы, они дают очень-очень большую трансформацию. И вот мы проводим, но у нас уже назначена следующая дата следующей группы, потому что я поняла, надо только так работать, иначе не будешь успевать собирать группу. И вы знаете, я безмерно благодарна, конечно же, Владимиру Ильичу Довганю, человека, которого, ну, мы слышали когда-то, Саша, мы давно на слуху, у нас было это имя, ну, вы все знаете, по каким там причинам было слышно, да? Но мы не знали этого человека, но как только мы сюда вошли, мы сразу стали изучать вот эти 50 школ, и я просто сейчас люблю его, вот как всей душой, понимаете, потому что то, что он дает, открытый, душевный, при всем его таком вот огромном знании простой человек, это, конечно, вот это нам очень-очень-очень нравится, Саша. Мы благодарим Петра Силкина. Тоже, вы, кто еще не только начинает, вы познакомитесь. Человек, который каждое утро дает нам такой заряд энергии, мотивацию конкретную. И ты понимаешь, что все, но теперь уже ты готов к работе. Мы благодарим от всего сердца, конечно же, Роберта Ра. Это профессионал. Вот на наш взгляд, да, это профессионал. Человек, который и традиционный бизнес у него был, и сетевой бизнес, и сейчас здесь профессионализм мы ценим очень сильно. Конечно же, Егор Белозеров. Но это сгусток энергии. Это просто мы ждем, когда он будет говорить. Мы ждем, когда он будет выступать. Мы слушаем каждое его слово. И при его молодости так столько мудрости. Мы благодарим, конечно же, Верочку Макаренко. Ну, мне это просто для души, для сердца очень близко, потому что она музыкант, я музыкант. Мы эмоциональные люди. Я сейчас, наверное, эмоционально говорю. Но, ребята, по-другому нельзя. Здесь энергия рулит, энергия. Нужно давать людям эту энергию, которой сейчас, как Олечка сказала, не хватает. Сейчас очень много людей, которым не хватает. Да, Саш, я заканчиваю. Мне не остановить, да, это точно. И мы, конечно, мы поздравляем вас, дорогие. Сейчас, Олечка, подожди, дорогая, мы от всего сердца с благодарностью говорим свои слова любви, благодарности нашим уникальным нашим, великолепным нашим наставникам. Это Олечка и Дмитрий Пыхонцевы. Если бы не они, мы бы не были сейчас здесь. Это душа, это сердце. И мы их между собой называем «это родник живой воды». Это уникальнейшие люди. И мы от всего сердца благодарим нашу команду. И каждого, кто пошел за нами. Мы вас любим, обожаем. Мы сегодня приглашали еще новеньких. Если вы здесь, ребята, вперед, все. Даже не раздумывая, потому что это дело супер.